Всем привет-привет, и я рада видеть вас на моем канале. Итак, у нас сегодня с вами будет очередной мастер-класс, и сегодня мы с вами будем оформлять капкейки для медсестры. Но перед тем, как мы начнем, как всегда, конечно же, я должна сказать о том, что у нас на канале сейчас проходит целых два безумно классных конкурса от наших спонсоров магазина Светун и магазина Бейкерстоп. Обязательно участвуйте, ссылочки на конкурсы я оставила в описании, также в описании вы можете найти ссылки на сам магазин Baker Store, на котором вы можете приобрести товары со скидкой 5%, если укажете промокод TANINTORT. Ну и, конечно же, как всегда, я обязана просто поблагодарить всех тех, кто помогает каналу материально. Большое вам спасибо за вашу финансовую поддержку, ну а также всем-всем-всем, кто ставит свои лайки, кто пишет комментарии. И, конечно же, не забывает нажимать на кнопочку «Поделиться с друзьями» нашими короткими версиями, которые выходят на канале каждый день. Поэтому, если вы неравнодушны к нашему каналу, если вы хотите, чтобы мы росли и развивались, то обязательно нажимайте на данную кнопочку. Итак, все, давайте будем начинать. Итак, у нас сегодня будет состоять набор из 6 капкейков. Я уже сделала тут несколько блинчиков. По диаметру они у нас будут 6,5 сантиметров. Сейчас мы с вами сделаем еще один. А эти пусть немножко подсыхают у нас. Раскатываем не сильно тонко, для того, чтобы блинчик впоследствии хорошо держался на мастике. Ой, на мастике, вот заговариваюсь. На креме. Так, вырезаем. Еще один блинчик. Теперь будем мы его оформлять. Этот блинчик у меня будет оформлен, словно это халат медсестры. Раскатываем мастику. Тут уже раскатываю потоньше. Тоже делаю себе пометочку, но эту пометочку делаю для того, чтобы не выходить за рамки. И первым делом, что мы с вами делаем, это вырезаем как бы, как на халатике у них, вот этот воротничок. Вот и его мы тоже с вами вырезаем. Смазываем все это дело клеем и приклеиваем к нашему капкейку. То же самое мы повторяем со вторым. И точно так же мы его с вами приклеиваем. Теперь нам нужно с вами сделать воротничок. Вырезаем прямоугольничек. Все это в рамках нашего блинчика. По размерам сейчас я вам скажу, что у меня тут получилось. То есть у меня здесь 1,5 сантиметра, а в длину они у меня 3,5. Ну, конечно же, ориентируйтесь по вашему капкейку, какой у вас будет блинчик. Все это дело подгоняем под размерчик. И в итоге с вами получаем такой вот
Воротничок. Теперь можно либо из красной мастики, либо нарисовать красителями. То есть тут как вам удобнее, я сделаю из небольшого кусочка красного цвета. Мы с вами вырезаем на наш халатик крестик. Чтобы было понятно, что это халат. Так. Сначала вырезаю такой квадратик. А из него уже формируем с вами крестик. И приклеиваем на наш капусик. Так, теперь нам понадобится мастика. Серого цвета. Если я все правильно вспомнила по слову, то мне кажется, это называется манометр. Может быть, я ошибаюсь. Если ошибаюсь, пишите в комментариях. Я буду знать и запоминать. Итак, катаем тонкую колбаску. Клеем сразу вот здесь смазали. Колбаску приклеили. Лишнее отрезали. Скатали небольшой шарик. И тоже изобразили такую штучку. Здесь тоже лишнее отрезаем, приклеиваемся, катаем еще одну колбаску, на краешках делаем чуть потолще, в серединке потоньше. И все это дело приклеиваем. В итоге у нас получается вот такой вот. Если я еще, блин, надо подлиннее сделать. Что-то мне кажется не сильно такой. Он побольше все-таки. Пусть будет подлиннее. Везде подклеиваем, чтобы никуда не убежало, чтобы все было на месте. Так, вот такая у нас красота получилась. Можно еще, если вы хотите, слегка пройтись голубым красителем, подтонировать краешки. Это сразу улучшит. Потом мы еще публикуем, но пока оставим так. Итак, первый у нас готов. Это наш халат. Теперь мы с вами сделаем следующее. Сделаем мы капкейк с двумя перчатками. Для этого мы с вами берем мастику. Голубого цвета. Так, сейчас я скажу, сколько я возьму по весу приблизительно.
Давайте где-то вот по 5,5 грамм на каждую перчаточку мы с вами возьмем для удобства. Итак, мы скатали с вами шарик. Ну и как всегда мы с вами делаем ручки. Мы с вами начинаем вытягивать такой вот, ну тут больше прямоугольничек, я бы сказала. Итак, это мой прямоугольничек, и он у меня 3,5 на 2 сантиметра. Немного здесь оттянем, такую как варежку. Берем с вами ножнички, вырезаем пальчик, сразу мы его с вами смягчаем все края. Все вот так вот вырезаем. Все, стараемся сгладить. Отделяем здесь тоже, отделяем и получаем вот такую вот перчаточку. По размерам она у нас 3,5 на насколько тут на 2,5 сантиметра. Положили. Ну и со второй все точно так же повторяем. То есть опять делаем такой прямоугольничек. Немножко оттягиваем пальчик. Вырезаем. Сразу все делаем под катик. Здесь все тоже сразу мы с вами выравниваем. Мне что-то пальчик пошел не очень, поэтому я тут подрежу, подровняю, он какой-то кривенький. Так, точно так же здесь мы с вами делаем. Упс. Получаем еще одну перчаточку. Положу их, наверное, сильно близко я здесь кинула. Как-то так. По кругу пройдусь я колесиком.
Тут же опять сразу. Перчаточки свои потонируем. Все. Погнали дальше. Так, теперь мы с вами сделаем следующее. Так, сейчас, секундочку. Это у нас будет шприц. Берем мы с вами опять белую мастичку. Катаем такую тоненькую трубочку. Желательно, чтобы она, конечно, была везде ровненькая. Теперь вырезаем с вами небольшой такой, как в шприцах. Теперь небольшой кусочек берем даже чуть-чуть побольше, формируем с вами мы и теперь делаем как бы крышечку. Можно еще сделать такие наметочки. Теперь нам надо вот эти швы аккуратно подтянуть с одной стороны, чтобы они не были так прям сильно-сильно видны, то есть максимально подглаживаем. Можно этого не делать, это уже смотрите тут на свое усмотрение, конечно. Хотите, можете позаморачиваться, хотите, можете не заморачиваться данной ерундой, но, конечно, смотрится сразу более выигрышно. Так, теперь берем еще небольшой кусочек, нам нужно монтировать острие, куда будет входить у нас игла. Сделали и так аккуратненько вытягиваем вот так иголочку из капельки.
кладем наш шприц. На кик. Теперь делаем следующее. Вырезаем такой небольшой кусочек, квадратик. Это у нас будет как ваточка, да, сейчас. Теперь уже тряпочками. Не тряпочками, но такими ваточками. Так, и еще нам нужно с вами сделать такой маленький пластырь. Для этого берем мастику телесного цвета. И вырезаем с вами такой небольшой кружок. У меня это диаметр 2,5 сантиметра. Потом этот кружочек мы с вами, как всегда, обтыкиваем нашим лучшим другом связочкой зубочисток. И в центр приклеиваем такой маленький квадратик. Теперь мы с вами сделаем вот эту маску, которую они носят. Для этого нам нужна опять голубая мастика. Я пока отложу, мы потом все это покрасим и нанесем блики. Так, голубой цвет. Раскатали. Здесь в мешочке у меня крахмал. И мы с вами вырезаем такой небольшой треугольник. Разрезаем его. На 4 части. Проходимся нашим стейком. Теперь делаем следующее. Берем и мажем, наносим. Раз. Два. Так вот. Три. Все лишнее мы с вами
срезаем. Получается у нас вот такая вот маска. Эту маску мы с вами даже не знаю, как лучше, наверное, как-то так укладываем. Так, и делаем такие белые шнурочки, имитирующие резиночки. Раскатываем как можно тоньше нашу колбаску. Получается у нас вот такая вот маска. Так, теперь у нас получается, нам нужно сделать пластырь еще раз. Беру немножко другой оттенок, чтобы не перекликался с тем. Раскатываем такую вот прямоугольную колбаску. Нам нужно примерно войти в режим нашего круга. Поэтому обязательно воспользуйтесь и теперь отрезаем прямоугольничек. И приклеиваем его мы по центру. Такой пластырь, мне кажется, здесь у меня. Пластырь. Приклеиваем пластырь. Так, и мы должны с вами сделать еще. Две таких маленьких колбочки, ампулы импетив. Берем две небольших таких и делаем. Yeah.
а-ля ампулы. И сымитируем кусочку. Второй. Повторяем. Все точно так же. К нашим этим. Так, все, в принципе. Теперь мы с вами нарисуем все, что мы с вами не доделали. Берем нашу палитру с гелевыми красителями. Будем рисовать. Нарисуем сначала мы необходимые блики, потом сделаем все остальное. Так, начну сразу я с манометра, если я правильно помню. Бликанем немножко, конечно же, на крестике. Вот так. Теперь перчатки. Масочка. Наш пластырек. Здесь хочу написать. Здесь тоже сразу сейчас прикану. Теперь черным цветом мы должны проработать до конца наш шприц.
И нам нужно еще потом будет посеребрить наш золотой. Серебряный, вернее. Иголочку нашу. Так, сейчас пишем последнее. Это у нас так, бегу. Чуть не забыл. Самое главное. Латочка с полушком. Так, бегу за своим серебром. Кандурин, у меня здесь серебро США. И мы с вами нашу иголочку окрашиваем. Такая она у нас блестящая. Также вот хочу еще и по манометру пройтись. Разведен он у меня водкой. Так. Ну что, сейчас покажу вам, что у нас в итоге за набор получился. Итак, вот такой вот замечательный наборчик для медсестры мы сегодня с вами оформили. Я, как всегда, конечно, буду надеяться, что данный урок вам понравился, что он будет полезен, и вы его когда-то повторите. Но перед тем, как убежать, как всегда, еще раз повторюсь, что, конечно же, буду ждать ваших лайков, буду ждать ваших комментариев. И, как всегда, если сегодня вы были с нами впервые, значит, обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. Всем пока-пока!